Под мелодию знакомой песенки началось театрализованное представление «Волшебник изумрудного города». Вместе с главными героями сказки Элли и ее верным другом Татошкой ребята отправились в увлекательное путешествие к мудрому Гудвину. А создавать новогоднее настроение детишкам помогали актеры театрального коллектива «Люкс». Мне понравилась сказка, история. Мы потанцевали с Дедом Морозом и сказочными героями. Праздник очень замечательный, и его очень хорошо продумали. Особенно заметно то, что детям это нравится. Почувствовать себя можно очень хорошо в такие моменты. То есть становится намного лучше и веселее. Очень хорошо, что такие мероприятия устраивают. Это как бы показывает не безразличие со стороны старших. Новогодние праздники для детей, которые остались без попечения родителей, в Центре культуры и досуга в НЕЭФ проводятся уже давно. Сотрудники Федерального ядерного центра и неравнодушные горожане каждый год готовят для ребят подарки. Традиция собирать денежные средства зародилась 8 лет назад. В этом году точно так же собирались благотворительные средства, точно так же они будут перечислены на расчетные счета ребят и точно так же будут приобретены, конечно, подарки и вам, и другим ребятам. Как всегда это делается? Это событие мы считаем важным и готовимся к нему практически целый год. И прекрасно то, что в этом процессе участвует весь институт и еще целый ряд далеко неравнодушных граждан. В конце праздника каждый ребенок получил от Деда Мороза мягкую игрушку и сладкий подарок. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24.